камень не смотрит? Нет, фу, блядь. Сука, почему он такой кринжовый какой-то, блядь? Мне нужно... Еще в другом городе. Да, покоряет столицу. Мне кажется, все скоро переедут в Москву почему-то. И начиная все. С Наташи. И потом там уже может... никого не будет, да? Строго потянет. Ну, Крова, я думаю, 100%. Их там трое. Их там дохуя. Ебать лагает. Став X2, но X2 вообще не будет ничего понятно, что говорит. Алло, нахуй, а вы живы? А вы живы? Когда он уже найдет девочку, что-то одни парни или парочки. А вы живы? Да, там забейте нахуй. Нарвай, нужно 2 года иди ждать. А, до совершеннолетия. Подходи, я там такая нормально стояла, на меня только смотрела. Ебать, бур, ну просто нырнул чел. Ничего не слышал? Ебать, пиздил, что-то с мусорки. Ясно. Кладман мудак. Я надеюсь, он съебался. Он не найдет. Блять, опять там идет нормально, но она уже с каким-то хуем. Ну, ху челом. X1 поставь. Вроде же понятно, что он блять, говорит. Меня смотрят, это пиздец. Просто все на меня смотрят, сука. Это так как-то неприятно, я не знаю. На самом деле никто не смотрит просто. Как-то мне в душу нахуй заглядывают. Не, ну ладно, сейчас этот парень посмотрел. Тиндер для лохов. Ну да, если есть цель найти какие-то новые да, знакомства вот с девочками, то мне кажется, нужно только начинать. Нужно не с инстой подходить. С всяких тиндеров. Да в году. Ты заебал, давай знакомься. Не, соло это сложно. Так бы Диман. Кого? У меня нету налички. На карту не, не могу. На карту! Охуеть. С терминалом приходит, блять! По PayPass переведете? Вот она. Это единственная девушка в кадре будет. Будущее. Бля. Раньше, когда были мемы с бомжами, которые просят бабок на пивас, а потом достают терминал, это были онли мемы. Давай на дорогу, пожалуйста, на карту. На карту кинь. Охуеть, технологии. С Сбербанком онлайн ходит, по-другому. Бля, ну все. Он я сейчас как еблан будет могу, ходить? Потому что я соло. Это все из-за этого, я вам отвечаю. Ой, ну да, был бы он с Диманом, Диман бы все за него делал, сам бы подходил, что-то спрашивал, знакомился, а строго Диман бы... Диман бы просто уже все. Диман бы не ходил бы со мной столько много, он бы сказал, пошел ты нахуй, и все. А строго бы просто по стороне бы стоял, отмалчивался нахуй, типа... и считал бы это своей заслугой в том числе. Хотя на самом деле он бы фукашил просто. Батя все в танке слил, дай фолтос. Не, ну я в натуре сыкло. Ну серьезно. Да я сама бы стала на такая, да? Я себя помню 18 лет, я тоже очкошница была. Ты к камере ее будешь. Блядь. Ну, если же строго, да, в смысле, я говорю, я такая же была. Да-да, ссала. Не, серьезно. Сыкла? Я помню, я пошла впервые тогда еще 18-летие, день студентов, первый курс в университете, в клуб, блядь, день студентов, там просто людей было битком. В Харькове клуб «Радмир», по-моему, назывался. И... Бля, ко мне какой-то... Ну, мы с подружанькой на баре, типа, что-то пили. Мне уже хуёво даже было. И ко мне просто какой-то кентик подлетает. «Привет, как тебя зовут?» И я просто молча убегаю, типа, в туалет. Я просто засала даже ответить. Я помню это. Ну, возможно, потому что мне было еще как-то хуёво. Я думала, да ну нахуй с кем-то общаться. Я просто молча съебалась, потому что боялась... пообщаться, так что, блин, самой, если бы кому-то подойти мне самой тогда, спросить, кого, как тебя зовут, не, ну нахуй, страшно, вырубай. Вот, смотрите, ну, это мне уже 18 я по дороге было, иду, да. Вы хотя бы нормальную одну увидите, ну, ну прям вообще нормальную такую, так честно.
хоть нормально одну? Да. Я не обращала внимания. А сейчас бы подошла. Ну, типа, ради просто видоса, ну, не в своих собственных целях, да. А в своих собственных целях мне это не интересно. А если бы взяли на понт, то да. Вот так вот. Не, челы. Я ебаное сыкло. Работал промоутером 14. Нужно было подходить к людям, спрашивать имя, отчество. Сыкотная душно было. Не, ну вот так вот я не хотела бы работать вживую с людьми, общаться с незнакомыми. Ой, сидит справа. Ацкер, бля. Опять он? Сука. Хули он махает, блядь. Блядь. Что ж ты делаешь? Нахуя я сюда приперся? Не, ну знаете, это вот не я же к вам хожу, доебываюсь. А вот я просто стримлю, вы сами заходите, можете зачем? Там... Зачем? Могут на бобики увезти, если я буду материться? Сами меня о чем-то спросить, сами по поздороваться. Да. А вот так вот, типа, подходить, там... Даже как многие в юном возрасте листовки раздавали, я бы ссала бы просто даже протянуть кому-то листовку, чтобы на меня косо посмотрели. Мне так страшно. Это другое. Бля, ну этот Кент сюда пришел нахуй, всех распугал 100%. Ой. Да ничего страшного. Да. Подожди, стой. А я тебя знаю. Да? Да, я так что стрим на видео начал, не случайно попался. Да? Да. А почему ты снимаешь пол? Не знаю. А, можешь снимать меня, мир вокруг. У тебя стабилизатор, ты можешь круто снимать. Да? Трактор, например, смотри, вот есть трактор. Бля, прикольная да. Девчонка залетела. Спасает да. Ситуацию, так скажем. Да ты такой скромный. Не знаю. Капец, она её боится даже да? Снять. Да, очень ну, приятно. Такой. Меня Ваня. Ваня? Да. Привет, Ваня. Привет. А ты постоянно занимаешься стримами? Так хочется, что ее просто по-братски сказать. Попросили подлететь, спасти ситуацию. Тебя этот Кент заслал сюда? Нет, ну ко мне... Может быть, ты ошиблась? Нет, нет, я реально, ты что только что видела. Так и есть, а? Мне кажется, вот этот Кент тебя послал. Мы с ним знакомились, но... Но вот он получше будет, вы нашли друг друга. Я с тобой примерочный пойдем. Я сказала, иди нахуй. Не, вот. Нет, вот подожди, это... Ты мне больше нравишься, ты нет, больше в моем месте, понимаешь? Это нормальный Кент. Не, у он, тебя он... такая классная пятка. Не, он что? Он, ты как относишься? Он получше, он вы созданы для друг друга. Вы знаете, ну... Когда вот... Вы знаешь, вот как закрыть. Вот... Ну, фетиш такой был, ну, там, между пальчиками. Ну, все, не. Вон, Кент нормальный. А много скидывает на тысячи денег? А? Скидывает на тысячи денег. Все, ладно. Не, я не знакомлюсь, серьезно. Просто. Откуда 10 раз просмотров? Ну, не знаю. Online. Просто. Случайно? Да. Случайно? Да, не. Ну, почему? Он смотри. Ну, я очень стеснительный, понимаешь? Ну, я хочу тебя. Пиздец, он её шугает. Не, не надо. Тебе не, не надо. Пятки полезу! Ну, там нормально. Ну, вы созданы. И вообще как будто не смущает её эти... Ну, тот кринж и я кринж, ну. Ты не кринж. Ну, как? Что такое кринж? А, ну, если не знаешь, то значит, он кринж и ты кринж. Вы созданы для друг друга. Да? Да. А, подожди, это кринж, это типа страшно, по-моему. Да. Ах ты, зачем? Не, ну не то, что он страшный. Ай, ты обалдел. Не, я пошутил. Не, ну кринж это по-другому вообще. И скинули 500 рублей, чтобы она спросила. Вообще ничего не хочет. А ты быстро бегаешь? Че? Быстро бегаешь? Ты хочешь побегать? Не, просто спросил. Не знаю, я думаю, что медленно. Я не люблю бег. Да? Ну вон, он нормальный чел. Да? Да, он с кринжом, ты с кринжом, и вы подходите друг к другу. Он мной хочет просто воспользоваться, понимаешь? Ну и что? Я ищу настоящие чувства, ты мне там нравишься. А я? Ты симпатичный. А он я воспользоваться не хочу? Нет. Откуда ты знаешь? Я читаю твои мысли. А его, когда прочитала, поняла, что он хочет мной воспользоваться. Но нормальный. Я поняла, по-моему. Бля, девчонка спасает ситуацию, он просто какой-то пол снимает. Кока-колу захотелось. Ты любишь кока-колу? Не, не люблю. А вообще газировка? Нет. Вообще никакой? Ну вон, подойди к нему, он нормальный, реально. Ну подойди, спроси. Как же он не сливает? Ну, еще.
А, ребят, подписываемся на мой инстаграм, если что, у меня есть. Ну, может, пропиаришь мой инстаграм. Ну, вот он пропиарит, он нормально. Он уже пропиарил. Ну вот так, подойди к нему. Так он уже пропиарил. Давай, иди сюда. Ты меня в приверочную поведешь? Давай ты мне поможешь. Сука, контент-мейкеры бегают. Не, ни в коем случае. Пол реально крутой. Насколько... Как ты относишься к созданию пяток? Насколько ты сможешь ее, ну, долго держать? А, силой? Ну, нет, не силой, конечно. Просто. Ну, просто за минуту. Минуту. Так. На самом деле все просто, понимаешь? У меня мотивации нету. Подожди, ты ее мне создаешь? Мне не нужна эта липучка. Что происходит вообще? Ран. Ту-ду-ду-ду-ду. Вас ёбом нахуй. Ебать. Блять, это что было нахуй? Я просто в чате прочитала ран. Через секунду. Что это, блять? Чего нахуй? Блять, какой нахуй красота, блять. Его чуть не отпиздили, да нет. А за ним не побегут? Капец, он испугался, как будто. Смотрите, как идет, блять, качается. Ой, блять, его не видно, сори. Все, сейчас помре. Ой, ее, блядь, заносит. Ой, блядь. К тебе побежал. Блядь, чего вы? Это, ну, серьезно, что это за пиздец был? Только что. Блядь, если серьезно, что это нахуй было? Что происходит? Я оборачиваюсь. Это ведь пиздец был. Серьезно, если. Ну прям, блядь. Что, все? Полный пиздец. Он сам в итоге так никому не подошел, да? Фига, парня штормит. Можешь ему помочь? Скипаем, ребят. Настало. Опа, 23 месяца. Да, почти 2 года уже, бро. У него минус жопа. А, он жопу ставил на то, что сам подойдет и познакомится. Не, ну блин, нормальная девчонка, хоть, ну там, реально кринжовенькая немножко было, но контент завезла, вообще красава. Не засала, так скажем. Хоть если бы не она, то что, ничего вообще бы не было. Веселая мадмуазель.